Одиозный активист Сергей Стерненко снова напомнил о себе. Во вторник утром он получил огнестрельное ранение в шею. Стреляли в радикалы из травматического оружия резиновыми пулями на улице Сегетской. У Стерненко проникающее ранение в затылок. Также он утверждает, что после этого стал плохо слышать. Полиция уже начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство». В результате оперативно-следственных действий задержали двух участников нападения. Первого взяли недалеко от места совершения преступления. Ранее он уже был судим. Второго по ориентировке, но полиция склоняется к версии, что он не имеет к этому преступлению никакого отношения. Особа была затримана перехожими, и потом, когда подъехали наряды полиции, была передана до полицейских. И наразі доставлена до Шевченківського відділу поліції, де проводяться слідчі дії. Також було з'ясовано особу, що підвезла на автомобілі до місця скоєння правопорушення підозрюваного. Вона була по гарячим слідам встановлена. Ця особа була визначена по камерам автомобіль і була затримана. Але, як з'ясувалося, вона не має відношення до правопорушення, скоріш за все. Вона надала пояснення, і поки слідство схиляється до версії, що це просто таксист, що підвозив правопорушника до місця події. В последнее время Сергей Стерненко сам стал фигурантом ряда уголовных производств и, видимо, именно поэтому сбавил свою активность. Кроме того, своеобразный бойкот ему объявили большинство СМИ после того, как он вместе со своими соратниками силой выгнал из зала судебных заседаний одесского фотокорреспондента Максима Войтенко.